Защита двигателя бренда «Титан» для автомобиля «Киа Шума» первого поколения с 1997 по 2001 год выпуска. Защита выполнена с горячекатанной стали, толщина 2,2 мм, имеет антикоррозийное порошковое покрытие, двухслойное, выкрашено с двух сторон. По конструкции защиты выполнены ребра жесткости, усиливающие всю конструкцию. Вентиляционные отверстия для дополнительного охлаждения мотора. Защита монтируется на штатные места. В комплекте идет крепежный набор. Дорабатывать при установке ничего не нужно, сами самостоятельно можете поставить. Спереди у нас идет 4 точки крепления. И сзади также 2 точки. Бренд «Титан» уже давным-давно себя зарекомендовал на рынке. Очень много информации в интернете можно почитать. Отзывов отрицательных нет. На самом деле это нонсенс, когда у производителя такое количество отзывов и при этом нет негатива. Но это факт. Спасибо за просмотр и хорошего дня. Любые вопросы, касающиеся защиты, да и других товаров, пишите в комментариях под видео. Всегда на них отвечаем и предоставляем всю интересующую информацию. Хорошего дня!